Вот Ки без гроша умудрилась родиться. Беднячкой была, станет императрицей. А этот Огон нет трусливее принца. Но в Ки он влюблен и к женитьбе стремится. А вот царь Ван Ю по характеру рыцарь, отважен, и Ки он желает добиться. Так кто покорит сердце императрицы в премьере, которой мы можем гордиться? Смотри же скорее на ТВ3. Императрица Ки.